Ну вот фонтаны, просто фонтаны в Евпатории. Но, оказывается, за этим можно наблюдать и бесконечности. Успокаивает эта журчащая вода. Создает прохладу в такой жаркий день. Вот так даже, смотрите. Красиво, как это красиво. Потихоньку опять набирает силу. Пора уходить, а не хочется. Рядом вот такие красивые розы. Я уже вам в прежнем видео показывала, как меняется Евпатория буквально на глазах. Как много стало цветов, зелени. И вот фонтаны. Пойдем ближе к ним. Вот. Это фонтанчики возле ЗАГСа. Теперь ездим молодоженам сделать красивое фото. Не хочется уходить, но пора. За красотой не устаешь наблюдать. Спасибо тем, кто ее создал.